Всем привет! В этом видео я расскажу, как сплести браслет чешуя дракона необычным способом, а при помощи расчески, вот такой расчесочки. Я думаю, она найдется в каждом доме, и плести очень довольно легко на нашей расческе. Итак, приступим. Итак, возьмем нашу расчесочку и начнем одевать наши резиночки. У меня, как вы видели, браслет будет цвета радуги, и так я и подобрала резиночки. Первую резиночку мы оденем розового цвета. Одевать мы будем на по два зубчика, это у нас будет как один столбик, потому что расстояние между ними небольшое, и чтобы удобнее было нам плести, я буду использовать два зубчика. Одеваем нашу резиночку, перекручивая восьмерочка на два столбика. Будем одевать 6 резиночек. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Вот. Теперь оденем следующий цвет резиночек. У меня это будет оранжевая резиночка. Одеваем теперь не на первые, а начинаем со второго столбика, то есть с третьего зубчика. Одеваем так же само, перекручивая восьмерочкой. Так. Мы оденем на одну резиночку меньше. Вот. У нас тут получилось 5 резиночек. Теперь мы снимем наши резиночки. Будем снимать мы с вот этой розовой резиночки. Раз, два, три. Все попарно, где у нас одета оранжевая резинка. Так, теперь мы одеваем желтую резиночку, одеваем на начало наши, на 4 зубца или на 2 столбика. Я вам рекомендую, вот как я делаю, одевать и сразу же снимать, потому что если мы оденем все наши резиночки, они могут в процессе снимания у нас соскальзывать. Поэтому я одеваю и сразу же их снимаю. То есть мы должны сейчас проплести один ряд желтых резиночек. Так, теперь мы одеваем зеленую резиночку, одеваем на, чередуем сначала на первый, потом на второй столбик, одеваем на второй наш столбик, снимаем. Так, вот, до конца мы. Теперь мы оденем следующий, по цвету у нас идет голубая резиночка. Одеваем уже на начало. Сначала начинаем. Снимаем.
Так. И оденем фиолетовую резиночку. Вот так. Следующий у нас будет роза. Будем начинать одевать с первого столбика. Я думаю, технология вам понятна. Плетение такого браслетика. Основную часть я сейчас плету за кадром и покажу, как ее завершить. Итак, у меня получился вот такой браслет на небольшую ручку. Давайте его завершим. Для того, чтобы нам скинуть петельки в необходимом порядочке, мы сначала скидываем последнюю резиночку на вот этот столбик, одеваем крючочек. Теперь мы скидываем вот эту резиночку на вот этот столбик, одеваем крючочек. Теперь мы вот эти две резиночки, на них одеваем крючочек. Так. На вот эти две резиночки скидываем на один столбик, одеваем крючочек. Вот эти два столбика скидываем. Эти резиночки одеваем крючочек. И опять же таки на один столбик и одеваем крючок. Вот. Теперь мы должны соединить теперь с началом. Тут мы также смотрим, чтобы у нас вот резиночка, вот она, наша резиночка. Одеваем, попарно соединяем и с этой стороны. За розовую резиночку. Теперь следующий. Вот на эту крючочек. На этот крючочек. Вот этот крючочек. И последний нам эту розовую резиночку. Так, вот. Вот у нас получилось такое соединение. И получился вот такой замечательный браслетик. Вот. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До новых встреч!